Всем большой и пламенный привет! Любите использовать патчи под глаза? Это, в принципе, как дополнительный уход. И хотелось бы, чтобы это не просто было баловство, а они реально работали. Какие мы только патчи с вами не использовали. И люкс, и корейский, целая линейка. Но покупать их повторно и возвращаться к ним вновь мне не захотелось. Поэтому предлагаю сделать домашние патчи под глаза. Целых 5 видов. На любой случай, за пару минут. Получится быстро и с эффективным результатом. Если вашей коже не хватает увлажнения в отопительный сезон, или в жару, или после южного ласкового солнышка, дадим ей тройную увлажняющую защиту. И эта доза будет состоять из 3 самых активных глубоко увлажняющих компонентов. Для создания раствора потребуется 88% очищенной воды либо гидролата. Например, липы. Он подходит для чувствительной кожи, сухой кожи вокруг глаз. Также подойдет гидролат розы, он сухую возрастную кожу порадует. Подойдет и гидролат из сопа. Он мягко снимает еще и раздражение от косметических средств в области зоны вокруг глаз. Если кожа век чувствительная, подойдет гидролат василька. В комнатной температуре не выше 40 градусов в жидкости растворяем по максимальному процентному воду ультранизкомолекулярную гиалуроновую кислоту. 1% нам потребуется. Благодаря низкому молекулярному весу от 4000 до 10000 дальтон гиалуроновая кислота не создает вязкой гелеобразной текстуры, как высокомолекулярная. И благодаря чему низкая вязкость ультранизкомолекулярной гиалуроновой кислоты повышает способность проникать в верхние слои кожи, увлажняя ее и стимулируя образование собственных новых коллагеновых связей, восполняя водные резервы внутри, между клетками и на поверхности кожи. Второй ключевой увлажняющий компонент – мочевина. 6% ее потребуется, это средний процентный ввод, так как кожа в области век нежная и тонкая. Особенность мочевины в том, что она сохраняет влагу и действует как проводник для активных компонентов, улучшая состояние баланса рогового слоя, смягчая кожу и делая ее гладкой и эластичной. Мочевина имеет также низкий молекулярный вес, благодаря чему проникает в глубокие слои эпидермиса и связывает воду в роговом слое, наполняя кожу и защищая ее от сухости и мимических заломов. И третья мощная увлажняющая сила – 5% пептидов морского коллагена, которые содержат 18 аминокислот и в высокой концентрации 35% глицина, поддерживающего корректное функционирование клеток, способствующее синтезу собственного коллагена, что сохраняет структуру дермы. Аминокислоты, а их в составе морского коллагена до 50%, защищают кожу от свободных радикалов и снижают риск преждевременного старения. Увлажняющий раствор для патчей готов. Храним его в стерильной баночке под плотно закрытой крышкой до месяца в дверце холодильника или на полочке для фруктов и овощей. Следующий раствор для снятия отечности век. Утром за 15 минут снимает симптомы и освежает взгляд, снижая выраженность припухлости. Потребуется вода очищенная, питьевая или гидролат, снижающий отечность и синяки под глазами. Это бессмертник, он также ускоряет рассасывание гематом. Также подойдет гидролат из сопа, петрушки, зеленого чая. 94% водной фазы, комнатной температуры не выше 40 градусов, в ней мы растворяем 1% кофеина. Это максимальный процентный ввод для средств для области вокруг глаз. Актив обладает дренажными свойствами, отводя застой воды за счет улучшения лимфотока, снижает выраженность отечности под глазами, активизирует кровообращение, что улучшает цвет и свежий вид кожи. Актив сокращает жировички и накопление жира в этой области. Далее потребуется 5% алоэ вера. Эта концентрация будет интенсивно воздействовать на область век, так как алоэ – увлажняющий компонент, снижающий отечность, плюс разглаживающий кожу за счет глубокого проникновения в роговой слой, стимуляцию капиллярного кровообращения и активации выработки собственного коллагена в тканях.
Если коже не хватает питания, она выглядит увядшей, без тонуса. Поэтому необходимо компенсировать дефицит естественных липидов, стимулировать выработку собственного коллагена и активность фибробластов. Плюс к питанию мы добавим естественный лифтинг-эффект и содержит эти свойства растительные масла. Потребуется 50% масла семян малины. Оно является антиоксидантом за счет витамина Е в самой активной форме и гамма-альфа-токоферолом. Масло обладает высокой проникающей способностью, восстанавливает естественный липидный барьер и удерживает влагу в коже, благодаря чему возвращается эластичность кожи, нормализуется внутриклеточный обмен и снижается накопление продуктов распада благодаря более 50% содержания в составе линолевой кислоты. К маслу малины добавляем 50% также нерафинированного растительного масла семян шиповника. Оно восстанавливает и разглаживает мелкие мимические морщинки, осветляет пигментацию, стимулирует процессы обновления клеток и препятствует накоплению ферментов и продуктов распада в коже, потому что также содержит линолевую кислоту, омега-6, до 45% в составе. И также содержит каротиноиды, провитамин А. Следующий раствор для тех, кто регулярно недосыпает и имеет темные круги и пигментацию в области век. Для раствора потребуется очищенная питьевая вода или гидролат, петрушки, ромашки, которые убирают следы усталости и осветляют зону под глазами. В гидролате или воде растворяем 2% янтарной кислоты, сокращающей выраженность пигментации сосудистых сеточек. Все это происходит за счет микроциркуляции в тканях, улучшая клеточное дыхание, способное усвоению кислорода клетками, за счет чего нейтрализуются следы курения на лице и поддерживается иммунитет антиоксидантными свойствами. Янтарная кислота нормализует тургор кожи, тонизируя ее, подтягивая, особенно в сочетании с холодным раствором для патчей. Применяйте сразу после того, как достанете раствор из холодильника. Для следующего раствора потребуется любой гидролат для сухой кожи. Роза, исоп, жасмин, либо вода. Жидкости потребуется 92%. И 8 или 10 для зрелой кожи растительного гексапептида, расслабляющего мимические морщины, за счет чего сокращается глубина морщин, кожных складок, является безинъекционной, нетоксичной, без побочных явлений альтернативой ботоксу. Растительный гексапептид устраняет основную причину возникновения морщин. Являясь биологически безопасным активом, в отличие от ботокса, он работает именно замедляя проводимость нервного импульса между клетками, не является токсичным и не меняет естественной мимики. Он эффективен в миорелаксации, создавая косметический эффект. Он не действует мгновенно, ему для видимого эффекта потребуется несколько недель регулярного применения. Как применять? Вырезайте из ватных дисков патчи. Можно просто разрезать ватный диск пополам, а можно для удобства еще и сделать небольшой овальный срез для удобства размещения в области под глазами, или можно использовать заготовки промышленные для патчей. Выбирайте те, что поплотнее, чтобы они больше вбирали продукта и дольше отдавали его вашей коже. Выбирайте один из растворов для решения необходимой задачи. Патчи от отечности применяйте утром, остальные виды вечером за 2 часа до сна, так как вы на утро можете проснуться с отеками. Используйте курс процедур, применяя патчи ежедневно в течение 30 дней, курс один раз в 3 месяца. А если присутствует весь спектр по 5 пунктам, можете растворы патчи чередовать. Растворы хранятся до 1 месяца в холодильнике. Масляная смесь для патчей хранится 4 месяца в холодильнике. И еще вы можете максимально ускорить и упростить себе работу с патчами. Вы можете заранее смочить патчи в растворе, поместить в контейнер и убрать в холодильник или морозилку на более длительное хранение, до 3 месяцев.
Покупать или создавать патчи самим – решать вам. Я со своей стороны постаралась дать вам полный спектр информации и разнообразие идей рецептур с чистым составом. А если с поиском необходимых компонентов возникнут сложности, смело обращайтесь. Готова вам помочь? Заказать или отправить нужные компоненты. Или сделать готовый раствор для патчей. Выбирайте то, что вам будет удобнее. И оставляйте заявку на электронную почту. Продублирую ее в описании под видео для вашего удобства. Желаю вам, чтобы жизнь с каждым днем по ощущениям становилась лучше. Пусть вашим делам и достижениям сопутствует удача, успех. А тело, и в частности, область вокруг глаз, отзывчиво отвечает и реагирует на вашу любовь, внимание и заботу.